каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Туве 16 августа региональный Минюст инициировал проведение дня бесплатной юридической помощи населению. Мероприятие приурочено ко Дню Республики. Сотрудники региональных Минюста, Минтруда, Минзема и Минприроды, службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности, а также нотариусы и другие юристы 16 августа с 10:00 до 15:00 окажут бесплатную юридическую помощь гражданам. Жители районов Тувы могут обратиться в администрацию или органы и ведомства, действующие на территории муниципальных образований. Там будут организованы консультативные пункты с участием адвокатов. Также в Кызыле прием граждан будут осуществлять в следующих коллегиях адвокатов: правозащитник, правовая помощь, Кызыльская городская коллегия адвокатов, адвокат, Сысонов и партнеры, Центральная коллегия адвокатов и наш адвокат. Специалисты Минюста Тувы проведут бесплатные консультации в кабинете номер 202Б по улице Калинина, 1Б, здание МАШ-завода. К сведению судоводителей маломерных судов. Увеличены размеры административных штрафов за нарушения. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС информирует владельцев маломерных судов, что с 26 июля текущего года увеличены размеры административных штрафов за нарушение правил пользования маломерными судами на водных объектах по следующим статьям. Нарушение правил плавания влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или лишение право управления маломерным судном на срок до 6 месяцев. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления, влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10000 рублей. Часть 2 той же статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 10000 до 15000 рублей. Ну а третья часть, а именно управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке, либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, влечет наложение административного штрафа в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. Накануне в Туву приехали представители Российского военного исторического общества, которые курируют программу по установке в разных регионах России памятников, связанных с Великой Отечественной войной. Вместе с ними приехал известный художник и скульптор Виталий Шанов, который в данный момент ведет несколько проектов для Министерства обороны России. В планах у скульптора установить в республике памятник «Красный обоз», который будет посвящен труженикам тыла и детям войны. Идея памятника еще прорабатывается, но уже понятна, что это будет несколько многофигурных скульптурных композиций. Одна из них – обоз для фронта с вьючным верблюдом и лошадьми с телегой, на которые едут люди. Вторая позиция будет показывать работников тыла, семьи, занимающиеся традиционным бытом, где мужчины заготавливают шерсть и продукты, женщины шьют одежду, а дети помогают родителям. Вот такой подарок подготовило Российское военно-историческое общество, которое возглавляет министр культуры России Владимир Мединский. Цитата. «Помнит Россия о той посильной материальной помощи предков тувинского народа, которая была оказана Красной армии в борьбе с фашистами, захватчиками. Помнит бескорыстную помощь фронту тувинского народа, который своим трудом сумел приблизить победу над фашизмом. Все работы по сооружению памятника будут оплачены за счет общества, а нам нужно подобрать место для установки такой большой композиции». Главное, чтобы такая красота была доступна большему числу людей, отметил глава Тувы на своей официальной странице в социальных сетях. Если человек хочет продать свою квартиру, дом или дачу, не вставая с дивана, то с 13 августа 2019 года совершить полностью дистанционную сделку у него уже не получится, сообщает издательство «Российская газета». Сегодня вступает в силу закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Новые правила устанавливают возможность проведения таких сделок только с письменного согласия владельца недвижимости. Напомним, что поправки в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости потребовались после распространения нового вида мошенничества жильем. Злоумышленники использовали возможность дистанционной подачи документов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных электронных подписей, созданных на имя их владельцев.
Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Росдетство совместно с Росгвардией Тувы ищут таланты. Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» проводит национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость – Россия» в рамках десятилетия детства. Для участия приглашаются учащиеся образовательных и профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 11 до 18 лет включительно, которые могут предоставить свои работы в следующих направлениях. Фотография, видеоролик, социальный плакат, журналистика, рисунок, сочинение и литературное творчество. Одной из номинаций конкурса в 2019 году является тематическое направление «Герои нашего времени», где можно отразить повседневную героическую работу сотрудников органов и учреждений по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также войск Национальной гвардии Российской Федерации, ОМОН, СОБР и Вооруженных сил России. Победителям предоставляются путевки во всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Океан», а также в Международный детский центр «Артек». Обладателям призовых мест и номинаций присуждается специальный приз – билет для участия в образовательной программе «Сириус». Срок приема заявок для участия в мероприятии – до 27 октября 2019 года включительно. Подробная информация о порядке организации и проведения мероприятия опубликована на официальном сайте www.rosdetstvo.com и доступна по соответствующей ссылке. Определено, каким будет памятник основоположнику Тувинской Народной Республики Иннокентию Сафьянову. Иннокентий Георгиевич Сафьянов был выдающейся личностью, революционер, участник гражданской войны в Сибири, один из основателей независимой Тувы, советский и тувинский общественный и хозяйственный деятели. Он оставил глубокий след в истории нашей республики. Сафьянов принял самое активное участие в становлении государственной независимости и самостоятельности будущего Тувинской Народной Республики. Борьба
за свободу тувинского народа была главным делом его жизни, говорится в известной монографии. Саянский узел. Усинско-Уринханский край и российско-тувинское отношение в 1911-1921 годах. Напомним, с 1 июля по 1 октября 2018 года Министерством культуры Тувы проводился открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника Иннокентию Сафьянову к столетию юбилейного образования Тувинской Народной Республики. Информация о конкурсе была размещена на сайте Министерства культуры и других информационных ресурсах Тувы, а также в социальных сетях. На обсуждение экспертной комиссии конкурса в октябре 2018 года были представлены 7 работ от 4 авторов. Единогласным решением экспертной комиссии лучшим эскизным проектом памятника одному из основоположников тувинской государственности Сафьянову признана работа автора Байза Ондара. Памятник Иннокентию Сафьянову будет установлен к столетию Тувинской Народной Республики. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 22, плюс 24 градуса.